Так, все. Рейд. Вольт. Чек на АФК. Что такое? Вольт, можно я пойду фугиком, а потом на паладина зайду, там, на профа, ну и на этот самого, на лича? Нет. Ничего. Ну потому что... А засуманьте, пожалуйста. Пассап здесь. Макгрегор, здесь в РК, спекнись пока в танк. Да. Хорошо. Давайте разрываем этот трек. Ну ладно, понял, улететь. Паль, у тебя сейчас какой-то принцип новый появился, не вагонить? Я не понимаю, ты такой интересный. Ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Я сейчас вижу в рейде, ну, прилично как бы персов. Ну, как бы не 4, но 6 там, с чем-то слабенький. Которые не дадут так прилично много, чтобы взять его 4. Нет, его можно взять, но нам нужны редкие, монорек. Подождите, дайте спектрус по-братски. Так, стойте, БДК спектрус. Агри, Поклонская, агри, за стенку зайдите, рейд кота, зайдите. Зайдите, вас кливом убьет всех. Осторожно. Набирай агро. Спекнулся, иди слугу кончи, вон он слуга. Отверните там ледяной. Да, он дышит в рейд и уже убил магов там. Той силы тьмы, мага, которая прокатилась по этому. Убейте слугу сначала. И перевернула страницу истории. РДД слугу убейте. Потом большого побьете, убейте этого дурака. Уже не суждено им стать. Под клиф вы, милики, зачем лезете? Вы что, большого не видите? Большой, вот если вперед к нему заходить, то он будет кливом бить. По 40 тысяч, по 50. Он вас убивает с одного удара. Касается ежика там, диплома. Как дела? АФК ушел. Заливайте большого теперь, потом я для уешьте все вместе. Но вскоре он склонится перед своим королем. Война попросил он сюда стрелять. Это вот кинь ему приглашение видео. Дайте лапку при стабах хотя бы. Даю лапу. Маковей, скажи имя спекбс. Не пишите, в ПМ крутится вот это рольте там с... Кто сторожило? Имя твое, имя Влад, спек, РПА, ГС, достигнем. Молотор Грима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Все отлично. Побудь пока на трекер танки. Пока макро на столба сделал. Это вот поделись, пожалуйста, маны. У меня уже кончается. Я столбу только что залил. Вот. Столы, конкурент, доксон. Выберите, пожалуйста, столба, макрос на меня пишите. Все паука бьем. Отворачивайте слуг, весь рейд точечно бьем звезду. Отворачивайте слуг, точечно бьем звезду. Кружок.
идите. Ну, как, осторожнее, Сагри сейчас снизу. Осторожнее, справа Сагри. По стеночке идите, пожалуйста. Все, уешьте этих дураков уже. Сагрится сейчас слуга или трэш, неважно. Звездочки, стойте, не выходите, не торгуйте лицом здесь. За стеночкой стоит. Бьем также паука. Сейчас я вам меточку поставлю. Вот дроник, пожалуйста, все точечно бьем. Уберите иссушение, пока вас мобы мелкие не убили с одного удара. Убейте точечно паука. Потом второго. РДД, можете сейчас я зайду. Значит, сейчас побавка поклонская каска. Диплом кулаки, светодар. Ну давай, МКВ и кулаки. Диплом отдыхаешь, светодар, крест. Вот. Сейчас, пока мы бьем этих скелетов, пишите в РК. Если вы ролите на другой спек, об этом напишите. Если вы на другого персонажа, тоже об этом напишите. Если вы идете в спеке совы, например, и ролите на сову, то не надо ничего писать, просто не заморачивайтесь. Кстати, сейчас гоните кто-то за меня, там ПВК сейчас может свернуться, но может свернуться. Я могу. Сали, уже заходите, слугу добиваем, сейчас начнем. Заходим к ребру, подходим, чек на АФК. Никто не смеет входить. Идем быстро, в небо не смотрим. Даксон, ты здесь? Даксон, подходи, пожалуйста. Кого сумануть надо плюс. Тыкайте на сумон. По осколкам... Столбом засуманьте, я сейчас ласки возьму. Сейчас. По осколкам смотрите, кто первый на осколке. Че, никого на осколке нет? Ну если нет, то Морден забирает, я не знаю. Так, столб кинул, сумон пришел. Да-да, сейчас, секунду. Даксон. Не, если Даксон. Нет. Если нет, идет тот, тот человек, кто впервые сделал квест. Сейчас шамана присумонит. Шаман присумонится и будет интеллект. Или ему потом дадут. Минуту, минуту. Даксон, ты здесь, Даксон? Да, да, да. Ага, все, не отходи. Здесь. Так, столб здесь, чек на пол, сейчас начнем. Танки приготовились, все принимаем. Может, а рыба есть? Есть по кресту. У меня нет. Я поставлю. Ставь. Ешьте 10 секунд и начнем. Истерия нужна кому-то? Ну, если хочешь не париться, на меня кидай. Хотя, не знаю. Ну, кто больше даст, сейчас посмотрим. Сейчас на меня кидай. Все, я поел, чек. На рогу покидаю. На рогу кидаю.
запустил таймер, быстрее 2 часов должны пройти. Как осенью понимаем, начинай танк. Проплот, если что. Валидей не умираем. Ты вас больше вредь не возьмет. Костяная хватка. Вихрь костей. Беги, малышка, беги. Мы сбегаемся за проклом, не вижу. Все в шипы переключились, шипы, я спалю ваш, вас по нику, это будет 100 гп, если я вас ник назову. Видите, шипы, когда они есть. Вот, столб умер. Давайте, 3 шипа разоуешьте. Давайте. Что-то луж слишком много. Да это не луж много. Давайте сейчас нахуй, падайте. Заходите в огонь. Заходите в огонь нахуй. Чё, блядь, ебанулись что ли? Столб, ты в льде стоишь или что ты стоишь? Я отбегал от ребра, потому что он пришел в центр, заливал лужи. Я побежал по диагонали, где луж не было. И клива меня срубила, по всей видимости. Какая-то там хрень. Нету клива, когда он крутится. Ну, убило меня, в общем. Ну, милики. Но милиатаками херачат, вот он лужи льет. Льет по 2000 всего. Да, там не лужи. Вы все умерли от вихря. Вихрь сейчас дамажит, если рядом с боссом стоять, он дамажит там по 10-15 тысяч. Да? Столб да. Умер, холодное пламя. Ну что, получается, танки нет? Холодное пламя это не вихрь. Ну, столб, да. Посмотри Чендлера. Вихрь костей. Чендлер. Лорд Ребер, вихрь костей. 11 тысяч. Пол ребро реагирует на движение. 117. Блять, он лужи разливает строго по таймеру. Ему насрать, бьете вы, не бьете. Он каждый там секунд 5-10 разливает, ну, эти не про лужи, не зависит. Ну хорошо, лужи, ладно. Он агрится на того, кто двигается. Он реагирует на движение. Нет, он агрится на дальнюю цель от себя. Но Поклонский отбежал дальше. Короче, он агрится на цель дальнюю от себя, но не дальше 60 метров. Ну вот, то есть, сам, то есть он был в рейде, но должен был быть за рейдом, по факту. То есть, короче, по факту он дамажил весь рейд. Там вы, если видите ситуацию, что он вот так вот влетает в рейд, просто нахрен от него бегите куда подальше. Все, новая тактика. Танки также разбегаются. Если вы видите, что у вас в рейд прибежало ребро, отбегаете от него и в лужах тоже не стоите. Сейчас на вихре чешки отдаете. Далеко я не дал чешку. Поклонский. Давайте, чтобы танков видно было. Просто если сильно далеко разбегаться, он, ну, дальше 60 метров цель не выбирает. Я старался стать так нормально, но он все-таки в рейд прибежал. Просто, не, он реально реагирует на движение. Отвечаю. Не веришь? Не надо. Все, просто. Он реагирует на самую дальнюю цель, но не дальше 60 метров. Давайте и вспомним, на движение. Давайте вспомним свои защитные способности. Вы не бьете босса на вихре, вы бьете шипы, когда надо. Значит, ШП, тучка, щиток по себе, маг, щит маны, блять, лок, хуй знает, как хочешь, тебя должны захилить. Совы, дубовая кожа, шаман, не знаю, рога, ложный выпад по боссу, на 50% снизится дамаг от тебя по вихре. Паладины, божественная защита отдаете. Макгрегор, ну, вары, все понятно. Деп стойка там, ШВ. Все, хилы, вы захиливаете рейд. Сейчас не должен никто падать. Если вы на ну, сейчас упадете в огне до вихря, блядь, это 200 гп, я включаю смерти, блядь. Вы заебали в огне стоять. До вихря, блядь. Сейчас вихрь хороший, будете захиливать еще лучше. Ото льда не то, ауры. Зато ретри стоит. Ретри ауру, вот.
Все поставили нахуй. Давайте, ешьте. Блять, друид, заслонил всю рыбу. Дайте кулак по ДК, пожалуйста. Быстрее, паладины, бафы свои даем. Маковые кулаки давай всем. С диплом помогай ему. Поклонские каски, светодар, листы. Если вы в первый раз не услышали. Все, 10 секунд прошло, чек на пол. Дев обилки на единичку вытаскиваем, если у вас, я не знаю, руки не заточены. Начинаем танки. Рост. Так, Войт, а ты раздал ГП за нарушение? Дисциплинарные нарушения в рейде. Не слышал я таких. Я, ну, если ты прожерен, я его в лодке. Если ты хочешь... Подожди, давай после ребра. Вихрь, все две фабилки прожимаем, бьем шипы. Шипы. Чтобы они не стояли больше 5 секунд. Вот, вот так по-клонски. Так и стоим. Лед, рейд, вышли со льда. Не стоим там. 1-2 тика максимум. Третий вас убивает. Шипы сыграли. Со льда вышли. Вышли. Под жопу собираем. Шипы. РДД, развернитесь, разбейте шип. Собрались в кота, собрались в точку. Шипы были сложно убить. Разбили. Ладно. Давайте всекайте. Пока можно. Две побилки прожимаете так же, не падайте. Гимн на хп нужен. Гимн на хп, давай, первая пальца. Так, Осина, пожалуйста. Все, добили этого дурака. Молодцы. Костяная хватка. Я вижу. Два пояса, щит, ебать. Так. Отказываюсь. Сролите, получаете шмотку с ДП. Сейчас. Блин, поздно. А если саранитку? Да, хорошо, саранитка мне. Так. Походу, это был лучший ут с этого инста. Да, хорошо, два пояса. Магом. Наверх поднимаемся, не смотрим в небо. Быстрее наверх идем, трэш ждет. Макгрегор в танке уже. Вам удалось. Почему ты в ДД сейчас? Сразу после ребра спекнулся. Я спекнулся. Так, помогайте. Осторожно с трэшем. Одного пояса мне не хватает. У кого? А, вот он второй. ДС теперь мне отдайте. Пока бейте трэш, ненавязчиво. Задумайтесь над нелепостью их стоять. На мейнспек ролим пояс. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Дексон. Дексон, а ниже него кто идет? Так. Тала.
Для нашего господина нет. Правильно, я говорю, Даксон и Тала сейчас получит два пояса. Его сила не знает границ. Ничто будет не так. Может сломить его. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто он пишет лаких достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже мышки. Все помыслить. Так, мырки где-то. Кто это, Кать? Я знаю, что ты. Сейчас стой на месте. Щит вот этот надо кому-то на мейн. На 10% выходите. Надо кому-то новый. Я понял. Все, добили паука, отлично, отбивайте ману. Значит, слева два БДК танчат, справа протопал, как обычно. Первая, вторая группа бьете слева, трэш. Ой, справа, справа, где паладин один танчит, вот тут справа. Так, сейчас. Вот здесь вот. Слева бьете все милики. И третья, четвертая пати, там шипы тоже бьете. Шанан, что тебе надо? Мырки тоже слева бьешь. РДД, если слева не добили трэш там, или вы добили, а слева не добили, вы тоже помогаете. Пока трэш не умер, босса не переключаетесь. Так, по контролю будет три метки людей брать в контроль: квадрат, трусы и месяц. Квадрат контролю я, Войд. Конспюрит контролишь трусы, Даксон контролишь месяц. Плюс в рейд совы. Угу. Все, самое главное здесь контроль. На второй фазе, когда леди переведем, первый танчит Макгрегор. Ладно, васап, потом Макгрегор. Макгрегор знаешь, как не отставать по агро. ЛПшки там, по-моему, на следи. Вот, Макгрегор с лестницы левого, васап там двоих правых мобов. Ну или смотрите там, это. На второй фазе, значит, будут появляться три духа, они хлопают АВЕ, когда долетают до человека. Вы будете все 25 человек бежать. Если вы этого не будете делать, вы будете в любом случае хлопать духов Мелизона или танк или кто-то еще. И этим самым можем упасть. ДЦ сейчас нет, полиприз к нас. Если вы не будете бежать, то, блядь, я скачаю аддон, сука, и буду вас палить, блядь, за 200 гп вам давать, кто духов хлопает. Ну или там Джерри, он линканет, кто урон получит. Все, чек на пол. Лут, спасибо, что сказали. Ставил сейчас лут. Начинаем. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина! Раздали контроль, раздали контроль. Викер второй раз обновляем и дальше бьем. Как объем, если что, скажу сразу. Пошли бить трэш, пошли бить трэш. Милики, трэш. У леди никто не стоит. Милики кастуют моб, его надо бить возле звезды, сильнее, РДД помогает. Так. Талла пусть лежит,
Таксон, поднимай кролика, достаточно сумка. Скажу, сдохнуть, готовьтесь, походи. Поднимай полипуста, Таксон. Все, идем бить трэш. Идем трэш. Сильнее, трэш играем, сводите моб. Дали контроль. Все, переводим. Справа добить. Так, сейчас выйдет трэш. Леди к трэшу. Леди к трэшу. Милики трэш. У звезды трэш. Вот, теперь леди. Ну ладно, скоро духи будут. И готовьтесь, все 25 человек бегут. Бегут. Все бегут, никто не стоит. Ты не в сил. Контроль даем. Даем контроль, дали контроль. Так, приготовились. Дух, все бегут. Все бегут. Вот, взорвал, не бежал, молодец. Захиливай время. Побежали духи. Все бегут, все бегут. Мелизона, танки, все бегут. Бегут, сука. Дудутипка, они стоят. В тебя хлопнул дух. Тебе нормально все? Мелизона бежит. Духи снова побежали. Дали контроль. Фанатика убейте. Два хила упало. Нет, Шанан не хил. Побежали все духи. Абуль, Чендлер хил. Так, Абуль, вставай. Конскюрит Чендлера, поднимай пятая пати. Захиливайся. Даю маны. Пошли милики бить. Духи побежали и пошли бить трэш в звезде. РДД, милики, сыграйте трэш. Ты не в сил. Дали контроль. Бейте леди пока. Я агру уже не наберу. Да, ну, хорошо. Бегите от духов. Блять. Пошли бить трэш. Леди, води, пожалуйста, на ком леди к трэшу. Ступай во тьму. Давайте бьем. Вечную тьму. Чендлер, поднимай дудутипку. Дух. Идите от духа. Тут ёжик в лесу агро. Чё говоришь? Ёжик в лесу агро, там сорвёт скоро. Кто сорвёт агро, девушка? Хорошо. Ну, типа тебя подняли? Идите, да. Бегите, всё, бей. Мотопал на тебя. Дали контроль. Оставь трэш уже на протопале, забери фанатика, пожалуйста, выбивай тебя. Протопал в контроль. Убивайте 600 тысяч. Идите на трэш. Господина. Кто на осколке? Скажите, наша, пожалуйста. Неизбежна. На мейн спек. На оф спек рольте кольцо. Прием. Слышно? Да, слышно. Рольте. Вот Мордер.
Кому надо это? Напишите, если что. Давайте бьем трэш. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам! Пошли на корабль. Ранцы все без исключения берем. Какой-то шаман. Без комментариев, просто без комментариев. Что без комментариев? No comment, guys. Что у вас без комментариев? Ну, как упал. Я понял. No comment, guys. No comment. Yeah. Не сходите с ума, только вы еще не наличие. Пушку залезть к ним. Врагом Лактарагар. Оркрон, слетаем. Слева пушка пустая. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро пойдешь! Васап, я там немножко... На мишку шмота позатыкал камней. Ты не помнишь, у тебя красный сокет слеза или что там как кнопка? Не, 10 мастерства, 15 выносливости. В кольце. В кольце, да. Ну, сокет бонус стамина единственный. А что за как раз? Ну, свали. Если мастерство сет, то боты крафтовые. Полетели бить. Мошенники, огонь! Это что-то... Так, вроде, ну... Ну, короче, сейчас накину после цирком. Мошенники, огонь! Надо попробовать ППГ. Что-то мне там... Ключ вроде есть и монета. Как ты смеешь вступать на мой корабль? Оружейники! Огонь! Готовились. Подходите, полетели. Легкие и мертвые заметки.
Жовги. Как удар молота. Резкий как цепом появится. Добьете? Нет. Бой! Нет. Полетели последнего. На мой корабль! Сейчас ты умрешь! Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Так, сейчас сразу сурка запустит. Ёжик, тебе надо что-то? Получишь ли? Вроде да. Да, лутаю. Здесь все нормально. Запускайте с рука сейчас. Кольцо на мейн роли. Фу, блин. Это, мол, другое кольцо. Очко, блин. Сука. Перейди на мою сторону. Так, что там никому не надо? Этот мир во имя плети. Я там упал. Вот. Сейчас прилечу, дадите быстро бафы по ПДК все. Мой мальчик погиб у врат гнева. Тыкайте на сум. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее. Мы назвали его Дранош. А Орочим это значит сердце. Тыкайте, тыкайте. Я бы не позволил. Не сумоньте куча его сейчас забагается. Он был в безопасности в Городаре под защитой. Принял сумон васап. Не, не было. Это я сейчас за портал уже. То пройду через темные порталы. 30 секунд пока. Значит, здесь... Давайте по БДК. В земле есть у кого быстроты куплю? Две штуки. Самое время. Ну да. Пиловское кольцо не падало? Беспекный мишку ты не создал. Ну ладно. Второй у тебя есть? Дай хоть одну. Я тебе куплю. Приготовили. Все трэш бьем. И распула. Давайте
Приготовить еще быстрее. Ее трэш. Сильно трэш. Мне кажется, здесь что-то с ДПС не так. Да, 280. Немного. Да, рейдовый, это понятно. Просто, может, я не знаю. У нас демон есть? На мейн спек роли. Ну, в идеале. Ожог души. Вот. Да. Чего-чего я не слышу. Морден выше. Завоевать. Войд. Открывайте портал, пойдем на синдру. Одну вальку бьем, потом другую. Что? Можно отойти на 2 минуты покурить? Спасибо. А буду выше. Обычки, если надо будет, напишите мне. Так, тут защитник, два защитника с обычки. Портуемся. Портал откройте, пожалуйста. Хорошо. Ты не защитник, Эрдро. Откройте портал, пожалуйста. Бегите в этот, в ворота, идите, проходите в амуски. Да, открыли. Нихера там не открыли. Только открыли, наверное. Да вот уже стадо здесь стоит. Так вот, портуйтесь быстрее. Подхили меня, Шанан, что ты бегаешь просто так? Все. Офигел, что ли? Так, ДК ведет вальку, уже вот... Да, столько еще нас прилетит. Все, сейчас летит валька. Все стоим здесь. Вальку ставим в звезду, прям сюда. Со ступенек уйдите, все в звезду оттянитесь. Не надо на ступеньках стоять, вторую загреть, и упадем, и будем здесь 5 часов сидеть. Что? Ну, конечно, край. Ровно вперед идем. Потом на синдру идем. Квест на кровь не берите. На кровь после синдры пойдем.
На птичек вот этих не тыкайте, ястребы боевые. Издалека нельзя на них тыкать. На следующий фильм я буду на ближний план. Пока мы этот трэш не убили. Милики, не врывайтесь, тут вертушки крутятся. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Если в течение 2 часов мы уже лича убьем, будет доп ЕБ, невзирая на тот вайп. Это 1000, это в ваших интересах, быстренько прижмем. Милики кружок переключились, РДД блюкер он. В ледяных вот этих синих лужах пульсирующих не надо стоять. Далее. Милики квадрат. РДД трусы. РДД трусы точечно выберите, пожалуйста. Милики, выйдите сейчас, вас пробивать будет. Выйдите с льда с этого. РДД убейте, Рон. Ой, трусы. Треугольник. РДД убейте треугольник. Убейте, не кастуй сушение. По нику назвать тот. Наверное, это Минелтер, все понятно. Кастуй там 2 молота, потом кастуйте сушение. Давайте квадрат. Квадрат взрываем, не заливаем. Не мог дотянуться до верхней полки. Сейчас туда идут только танки, танки с хилами, танки хилят, хилы хилят танков. Не умираем от вертушек, как Маковей. Пламени от вертушки. Милики, бьем треугольничек. Отвели для вас одного моба. РДД, Минелтор в частности, не заставляет 2 мобов бегать за собой. Гусяра, блядь. Зачем ты всекаешь? Пусть Поклонский на агрит. Вот смотри, вертушки в рейде. Вот эти мобы, они кастуют вертушки. Отходите от них. РДД вас легко убил. Милики бейте. Вон, полководца. Еще треугольник поставил. Все, милики бейте охотник. Поставил треугольник. РДД выйдет. Кто-то смотрел Эша вторую серию? Кого? Эш против зловещих мертвецов. Чего? Темный лес. Давайте, хвальки подошли, бурсты приготовили. Сейчас надо бурсты отдать сюда. Это мега серки, попробую отдать. Давайте, обнулил рекаунт, кто первый будет, кто ИП. По ДПС, смотрим. Я прикуплю на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Попадай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Да ты по-любому ауешил, короче, дупло. Не дайте. Сюда и пойду. Заходите. Пусть сюда, делайте хилов, у кого есть хилы, спек, плюс в рейд.
Диплом сюда ебо? А, ну тогда мне это, да? Все хорошо. Спасибо, что линканул. Пошел в жопу диплом, ты уешил. Урод. Так, хорошо, спекайся. ДЦ хилишь. ДЦ вальку ты хочешь? Ну давай, мырки на рейде. Друиды, у кого хил есть? Нет. Чендлер, мырки на рейде. Холипристер, Шам, Дуду, Холипал на вальку. Отпиваем ману. Столбу совы имер, дайте кто-то. Дудутипки кто-то. Рдру, дай дудутипки, чек на пух. Принимаем готовность. Принимаем готовность. Светодар. Мана. Все. Пошли. Трэш заливаем сильно, но не срываем и не умираем. Не надо стоять и падать. Боже, не смогу. Помнит кто-то сериал «Тайны Смолвиля»? Прикольный, да, был? Сверхъестественное. На старого. Ну это вообще, сверхъестественное топ сериал. Не, ну сейчас, допустим, я бы не стал его смотреть, но в свое время это был нормальный. Да, в свое время, да. Да я не спорю. Но сейчас он как бы, ну, понятно, что заезженная тема, но все равно, блядь, я смотрю. Новая серия сегодня, кстати. Клан Сопрано. Колосс. Сопрано там вообще никто не спорит. Колосс вообще топ. 50 оттенков свободы. Вылез. Зародыш, вот сейчас смотрите, толстые вы не бьете, вы бьете подавление. Если их не бить, то хилы будут захиливать до завтра. Вот убили маленьких, вот маленьких сильно. Вот теперь можете бить магу толстого. Толстого так подковыривать. Авангуешь, а дальше будет 50 оттенков голубого. 50 оттенков Фойда. Давайте, вот там вдалеке есть маг, черепок на него поставился, звезда к нему бежит, убили его все быстрее. Смотрите на дальние дырки, откуда трэш выходит. Мага не пропустите. Убивать надо, рассредоточьтесь, поближе к вальке подойдите. Стойте вот так поближе в когтях у нее, чтобы видеть, где трэш. Не стойте там вот. Вот толстый идет, это значит подавление идет. Вон справа сверху идет и слева сверху. Наверх пошли, значит, сразу. Не надо лампу напрягать. Мат сразу заводит. Слишком далеко. Дайте ману по эдру. По кому? Друиду. Черепок, все правильно. Хилы, смотрите, там кто-то из портала выйдет. Там. Смотри, стол. Просто дальше. Толстый идет на подавление внимания. Подавление справа снизу, слева снизу. Пошли бить мелких. Магов. Огненных ищу. Магов ищу. Магов бьем. Толстого в конце. Раздала куста.
Че, у вас так хила мало, что ли? Давайте рост. Вы вышли, они еще не вышли. А, вышли. Так, какой синогим на хп? Да они нормально захилили. Гибко гимна. Спускайтесь вниз. Вера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. На мейн ролим плащ. Так, кто выше из вас? Южик, Зверево, Конкрит, Тау. Конкрит выше. Ему, по-моему, пояс отдавали, не? Да. Да? Да, давали. Так, кто тогда следующий? Доксон пояс отдал. А, Доксон, да. Пояс Доксон. Где там, блядь? А, да, Доксон Мурки. Он, Синдра Бомба. Так. Сманите меня. Ставьте шкаф внизу. Ролите на мейн. Вот эту штуку. На холле приста бис. Ну, давайте 10% ролим. Хорошо, Шадо Морн. Сманите, пожалуйста, 10% ролим. Привет всем. Привет, ты кто? Слава. КПС. Чего? Ладно, я бегу, но вы сумоньте. Во. Слушай, что там у вас фул? Ну да. Тава, ты. Че, Финка? Таву сумоните. Я не знаю, запустится, нет? Вот суманули. Поставь кого-то. Сейчас поставлю хилу. Значит, что вы там? Опять сначала на Синдро, а потом идете на профа? Давайте, такая тема. Кто лутает эпик? И там чат записывает. Кто получает 50 хп? За это шмот. 50 хп или 50 гп? 50 хп. За лута. На Синдру приготовьте свой мозг, очистите свой мозг, как там Нео перед песком очищал. Делайте все красиво сейчас. Ты вспомни, Нео тогда упал. Ну, в этот раз асфальт будет резиновый, как кисель. Нужно воспользоваться клеменцией и очистить свое сознание. Все правильно. Ладно, подключай на лёд. Так чё, ребят, вот типа опять? Сначала на Синдру, да. Потом на профа? Thank you.
Блин, этот шкаф вообще не под ним стоял. Кому Боб, Ник? Сейчас Боб на демона, на Вуди Аллена. Держи. Намажь. Так, Мырки, ты в ДЦ остался, захиливай сильно рейд еще. Никто не падает. Мырки, ты здесь. Зачем вы сюда явились? Так, 5 хилов, ДЦ, Холифристер, Шам, Халифал, зашел. Идеал. На второй фазе, значит, все метки несутся под босса. Когда надо будет в сторону, я скажу. Приоритет. Сначала бьется метка, потом босс. Не спускайтесь, пока стойте. Не запускайте. Подождите, Лока бахните, или я падал там на трэше. Пристабаф, каску. Да, лап. Все, спасибо, все есть. Проверяю. Так, 4 БРа. Вуди, дай СС на Эрдру. Если мы упадем по какой-то причине, все, кто будут падать на притяжках и бомбах, получат 200 ДП. Не стакайте, не балуйтесь с магией, если вы не уверены, что вы топ. На второй фазе делаем ровно, стоим за... Вот рыба — это Синдра, да? Вот я — это рейд.
ровно стоим вот так вот. Не в сторону, вот сюда, не назад, не выбегаем, не делаем такого говна. Один-два стака. Два стака это вы петух, один стак это более-менее вам повезло. Не стакаем. Скидывается за каждой глыбой таинственная магия. Не стакаем, значит. Так, когда рост все скажу, чек на пул. Делаем все четко и упадет талик вам. 10 секунд жди. Да, жду. Через 5 секунд можно пулять. Так, значит, смотрите, не спускайтесь. Сейчас эрдруг ход и рейд, то вдруг то упадет. Ход и рейд, пулеприст ход и рейд. За ход и рейд. Спускаемся в стали. Танки приготовились. Кошмот одели на себе. Выключить. Кто там понял? Таунт не жмем никто. Это не надо сейчас. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Но ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Взлет. Приготовились. 6 глыб добить до половины, потом стопнуть дотыками. Глыбы, смотрим. Разошлись друг от друга глыбы. На БДК. На БДК. Поклонский словишь, слева падает далеко. Спрятались. Ту метку, за которой весь рейд, не бьем. Справа от центра падает. Слева близко падает. Внимательно смотрим. И последняя, четвертая. Справа близко падает. Спрятались. Крайнюю левую подбиваем. Пул ДД в глыбы. Сначала глыбы, потом вот. Сильно глыбы бьем. Сильно. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Что-то не линкует. А, вот. Милики 5-6 стаков не больше, стопом, если у вас дефов нет. Беги, малышка, внимание, беги! Никто не умирает. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Смотрим за стак. Надо подождать. Приготовились. Сейчас взлетка будет. Приготовились. 6 меток ставятся. Метка. На БДК нету, отлично. Разошлись друг от друга метки. Спрятали. Справа падает, спрятали. Спрятались быстрее. Метки подбиваем. РДД по центру падает, спрятали. Подбиваем все метки. Слева падает, спрятали. Крайние метки справа подбиваете. Не вижу. Подбиваете до половины. До 30 уже подбиваете. Последняя падает. Синдра спускается в ГГД в метку. Как бусина, призадуйся, если что. Все разбиваем. Разбиваем. Давай, держим. Прожали бусты. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Ближе к 40 стопать будем. Как это называется? Стаки
ну не стакайте, имею в виду, не выбегайте в сторону. Все, фаза пошла, милики ушли в портал, ушли в звезду, милики, вы бьете только метки. Встали здесь, смотрим, ежик вперед, под босса ежик, милики ушли, кто морозится 200 гп. Разбили сразу, сразу разбиваем. Следующая также будет притяжка. Рога под босса, милики стоим. Рога, блять, под босса, рейд, 25 человек, заморозите сейчас. А уешим эту глыбу. Стали за ним, стали, дали звездопады. Кокосина, если... Я завис. Гудялин завис. Я понял. Гим на хп Кокосин. Танка, прохильте, пожалуйста. Выйди в сторону, подхильте. Да не скидывай. Метка на Гудялина. А, я понял. Давайте падаем нахрен. Разобьете? Падайте. Погибнем смертных! Погибнем! Что это за хуйня, блять? Сюрприска, ты же сюда ИП получаешь, все правильно? Че? Не, вы Рогу, блядь, не чморите, просто дайте ему ГП, блядь, и пошли дальше, блядь. Давайте резаемся. Те, кто лежат там на платформе, резайтесь, портал близко. Резайтесь и бегите, у вас одна минута. Рога, пожалуйста, больше так не делай никогда. Прошу Сюрприска, тебя. Сюрприска, ты здесь? Сюрприска, ты что, девочка, что ли? Девочка, все понял. Сюрприска, пожалуйста, так не делай никогда больше. Когда на тебе метка, беги или к боссу, как Горел говорит, либо в сторону. И все. Она написала, что зависла. Вы, ну, человек 10 отбежали. Молодцы. Остальные тупые, блядь. Если бы я вас знал по никам, блядь, я бы вас тоже обхуесосил. Стоите вместе с ним, блядь. Вы не хуже, не лучше, блядь, ничем. В таком случае, ну, у вас 4 человека должны в идеале отбежать. А вы стоите в небо, блядь, смотрите. Резайтесь, быстрее бегите. Зрел Прида, быстрее. Пожалуйста. Выключайте свои эти графику всю на ноль ставьте. Метку надо под босса носить здесь. И от босса отбегать. У вас сколько задержка сейчас? 48. 46. Нормально, нормально, у меня тоже все. Да это ПР, просто ребята там себе корректируют, поэтому вот такая задержка скочит. Макгрегор, быстрее, Зерел Прида, беги быстрее. Все, я тот. I'm here. Никогда не говорю.